Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня первый день августа. Сейчас 3:08. И в эфире программа «Политинформания». И с вами ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня мы будем говорить тоже интересно, тоже будем спорить. Единственная большая опять просьба ко всем быть покороче, дать возможность и другим тоже до нас дозвониться. И, как говорится, держать себя в рамках приличия. Быть корректными. Да. Гена сейчас скажет, где нас можно еще увидеть и услышать. Звоните нам по телефону 847-420-520. И смотрите нас на Ютубе под вывеской WNR «Новая волна». Оставляйте комментарии и ставьте лайки. Это приятно. Будем общаться и на Ютубе, на интернете. Значит, 10 месяцев назад, практически 10 месяцев назад, была передача, посвященная такой интересной теме: может ли быть революция в России, случится революция в России. Мы, те, кто хочет еще раз послушать эту передачу, может зайти вот на YouTube-канал и послушать эту передачу, наберите «Политинформания» и увидите там все передачи. Что интересно, 27 июля в Москве был огромный, большой, несанкционированный, это очень важно понять, несанкционированный митинг. Значит, по поводу недопущения к выборам оппозиции. Надо сказать, что митинг был разогнан. Абсолютно мирный митинг. Это можно увидеть везде. На всех велась прямая трансляция по YouTube-каналам. Был абсолютно мирный митинг. Никаких не было разбитых машин, никаких не было разбитых окон или еще что-то. Люди требовали, скандировали свои права, то, что в Конституции им, в Российской Конституции им обещано. Но то, как действовала полиция, ОМОН и Росгвардия, вызвало у всех, конечно, очень и очень много, ну, культурно выражаясь, вопросов, потому что все это было сделано с такой жестокостью, с таким, как бы сказать, непонятное какое-то, даже неуважение, просто неуважение к тем, кто там присутствовал. Брали всех, кто мог попасть под руки. Причем избивали дубинками. Я вообще впервые это видел, потому что раньше это могли там человека связать и, значит, в автозак забросить. Здесь это уже была какая-то бесконтролируемая жестокость, которую в понедельник оправдал мэр города Собянин. На этом самом поставив на себе, как говорится, как на политике крест, жирный и большой. Ген, задается вопрос. Мы сейчас, я просто к чему говорю, мы сейчас минут 10 поговорим, пообсуждаем, потом начнем принимать звонки по телефону 847-420-520. Гена, как ты думаешь, вот это то, что произошло 27 июля, это является каким-то таким знаковым днем для России? Мы знаем, да, что все революции, все, что вот такое происходило в России, оно исходит из двух городов: Санкт-Петербург и Москва. Можно ли сказать, что в России происходят какие-то изменения в плане политических? Может ли случиться вот такой, как бы, бунт? Или это такая, как бы, вспышка, знаешь, и все в скором времени затухнет? Знаешь, как... Что я хотел бы сказать, что мы хотели, тему мы, по-моему, не сказали конкретную, а нужна ли русскому человеку свобода. Кто-то может это сказать воля, но это разные вещи. Давай мы как бы объединим немножко эти события с помощью... И знаешь, вот это отношение Росгвардии к своим же людям, к своим же россиянам в городе, оно, конечно, удивительно своей жестокостью и своим отношением просто к народу. Знаешь, я когда ехал на передачу, я вот думал, скажу даже где-то жестко, вот смотрят нас, например, где-то на Ютубе сейчас, где-нибудь в глубинке российской, и думают, сидят два русскоязычных пиндоса и учат нас тому, а нужна ли нам
свобода или нет? И нафиг нам нужна эта свобода? Нам нужна, может быть, колбаса, может быть, чарка водки, и то бесплатно. Вопрос, нужна ли свобода? А что такое свобода? Заокеанские бредни, вот эти вот. И вот выходят в Москве, в интеллигентной Москве, в столице, какие-то молодые ребята, которые требуют тоже какую-то фигню. Зачем им это надо, обожравшаяся Москва? Вот, вот это интересно. То есть в глубинке, то, что происходит в Москве, в глубинке этого нету. Ты не в Томске, не в Омске. Может, в... может быть, это просто не освещается, так как это... Нет, ну, связано... сегодня ты же знаешь, сегодня... Ну, смотри, в день интернета, были эти, когда собирались строить этот храм, да, в скверике, в каком городе? В Екатеринбурге. В Екатеринбурге, да. То там собралась довольно большая толпа, да, и все-таки своего добилась. Власть отступила, да. Но это же не политические вопросы, это личные интересы. Понимаешь, тут вопрос заключается в другом. В отношении к власти вообще, да. Нужна ли свобода русскому народу и ее отношение к власти вообще? Дает ли эта власть возможность свободы? Давай я быстро скажу. Значит, потом последний опрос, да. Левады-центра. Значит, хотели бы вы видеть Путина на посту президента? 38% сказали нет, а вот 54% сказали, что были бы не против после 24 года видеть его президентом. Вот сравнивайте, вот, вот вопрос отношения к свободе, к личности, ко всему. 54% за то, чтобы Путин оставался на своем посту. Ну, здесь все само за себя говорит. Это Левада-центр. Давай послушаем, что скажет наш радиослушатель. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, в России вас никто не слушает. А здесь вот я слушаю и вижу, что вы никакие не пиндосы. Вы далеки от пиндоса. Вы два русскоязычных еврея. Угу. Очень несимпатичных и очень косноязычных. Я вас услышал. Спасибо. 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 Пожалуйста. Вот очень культурный молодой человек. А может, не молодой, да. Ну, видимо, может быть, не молодой. Зато человеку культуры хватает, видишь? Ну, ну ладно, мы продолжим тему, говорить не будем. А нужна ли все-таки свобода русскому человеку? Иногда мне кажется, что нужна, когда я слушаю то, что говорят оппозиционеры Яшин или та же Любовь Соболь. Но когда я слышу, например... депутатов, думцев российских, мне кажется, что свобода нужна только им, а не народу, потому что, а зачем народу свобода? Если народ будет, если все будут свободными, то как-то это не солидно, наверное, смотрится. Мне так кажется. Как я понял. Думаешь? Ну, смотри, есть звонок, давай мы примем звонок, потом будем обсуждать. Здравствуйте. Вот предыдущий товарищ правильно сказал, никакой свободы в России не должно быть. Как когда-то царь шашками и нагайками, так и теперь дубинками будут разгонять. И никакой свободы им не нужно, и они не хотят ее. Им не нужно. А если есть какие-то тысячи, 10 или 100 тысяч, таких быстро подавят, а остальной народ не нуждается ни в какой свободе. Скажите, у меня к вам быстрый вопрос. Да, пожалуйста. А вы считаете, вот, если вы видели то, что 27 числа происходило, вот чисто ваше мнение, это может привести к какой-то смене власти или нет? Не, никогда. Нет. 400 тысяч на национальная гвардия, не Росгвардия. Всех потопчут, растоптают, побьют и все. Никакой свободы не будет. Путин будет пожизненно. Нет, это вот исключено. Спасибо. И они, им не нужно, они не заслуживают этого, им не нужно. Спасибо. Не нужно ничего. Спасибо. Добрый день, говорите. Говорите, пожалуйста. Да, вот. По поводу краткости, первый позвонивший в ваш адрес, точку на три точки над «и», ребята, вы кто есть? Спасибо. Спасибо. Звонков пока есть, да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я звоню культурным образом еще раз. Я думаю, я уверен, у вас очень вульгарное представление о понятии свобода. Объясните свою позицию. Вы не дадите определения. Так, а вы скажите свою позицию. У нас вульгарное, скажите свою культурную. У меня позиция вот какая. Да. Я и скажу из работ Хоббса, из работ Лока, из работ Монтескье, из работ Жан-Жака Руссо, которые говорили, что свобода — это
составляющая, вернее, составная часть отношения к правам человека, к основным основополагающим. В остальном это совершенно ненужное понятие. Хорошо, только какие права в России? О правах человека. Хорошо, какие права это... человека в России? Все права, которые требуются, не меньше прав, чем в Соединенных Штатах. Хорошо, вы видели, да, что происходило 27 числа? Простите, это они правильно делали, нечего распускать Майданы. Секундочку. Да, я понимаю. А есть Конституция России. Что в Конституции России сказано? Конституции России все сказано правильно. И что правильно? Что правильно? Вы читаете Лока, вы читаете всех этих философов, которых я читаю. Вы не готовитесь к передаче. Вы не готовитесь. Я не готовлюсь к передаче, это вы не готовитесь к передаче. Не надо показывать свой ум, да, который, как говорится, у вас его нету. У вас его нету. Вы знаете Лока, Смита, я тоже много чего знаю. Поэтому, когда вы не читали Конституцию России, не надо со мной спорить. А я Конституцию России читал и смотрел. Поэтому, знаете что, сядьте, возьмите бублик, скушайте и попейте молоко, и останьтесь довольны. Послушайте. Да, я не хочу вас слушать. Я, понимаете, мне ваше хамство, да, и ваша наглость надоела. Потому что если у вас есть примеры, нормальные примеры, которые вы можете привести культурно, вы видели, как людей избивали? Нет, секундочку, я вам задал вопрос. Вы видели, как людей избивали? Правильно делали. За что? За что? Да правильно, нет, неправильно, за что? Я подойду, дам вам по роже. Потом будем выяснять, правильно я сделал или нет, не сделал правильно. Ваше мнение, пожалуйста, ставьте со своим мнением. До свидания. Значит, правильно. Спасибо. Говорите, пожалуйста. А давайте так, Эдик сказал о Конституции. В Конституции России сказано, что каждый гражданин имеет право на выступление, на выражение собственного мнения. Единственное, при Путине было сделано, значит, такое поправка, я бы не сказал даже, что это поправка, о том, что прежде чем выйти на митинг, значит, надо уведомить городские власти о том, что ты должен это делать. Вопрос. Если человек выступает против власти, он митингует, он с ней не согласен, какое уведомление он должен делать? Что вы все с этим Майданом возитесь? Правильно сделали украинцы, что они вышли против власти, которая зажралась? Ну, правильно сделали. Да, это нехорошо, может быть, неудобно городу. Но каждый человек имеет право противоставлять себя власти, которая не уважает его права. Это его право, заложенное в Конституции. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хочу привести небольшой пример. Пожалуйста. Наша, в общем-то, действительно демократическая страна Америка. Угу. И любой человек может сказать то, что он хочет, или даже то, что он, может быть, не хочет, против президента. Угу. Но попробуйте вы сказать что-нибудь, что вы думаете о своем боссе. Угу. И вы будете опережать собственный крик мили на две. Хорошо, я понял. Вы мне скажите, этот босс будет меня избивать при этом? Да, может и избить. Серьезно? Вы так считаете? Я не считаю, я уверен. А вы уверены, что босс подойдет и начнет меня избивать за то, что я высказал ему свое мнение? То, что он может меня уволить, да, это он может сделать. Дать под зад. Дать под зад. То есть официально взять и дать под зад, да? Да. Вы здесь работали в этой стране? Да. Работали. Да. Ясно. Я думаю, что вы в этой стране не работали. Да. Поэтому... Это вы думаете. Да, вы знаете, есть такое понятие в медицине, называется глупость. Поэтому я даже слушать это не хочу, когда босс начнет избивать своего работника. Это вы кому-нибудь лапшу повесьте на уши, только не нам, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Вы знаете... Нет пророков в своем отечестве. Не принимают их там. Это никому не нужно. Вот я читала комментарии на эти события. 90% вот таких, как вот эти предыдущие, которые вот здесь окопались. Если на них вот так действует вся эта пропаганда, вот на этого Феликса и вот на еже с ним,
Так что вы хотите от местных? Ну да. Они не понимают это, они, им не нужно это. Им нужно очень мало, вот примитивно. А Путина, они, наверное, все-таки перепутали с Кощеем Бессмертным. Ну да. Потому что если посчитать, сколько ему будет лет, то, наверное, они забыли Брежнева, над которым все смеялись, уже маразматика. Я не знаю, им не нужно это все. Не нужно. На меня даже не они смущают. А вот эти вот, которые предыдущие, философ. Он философ. Чего же он там не живет, чтобы его палки... Ему Лока здесь интересно читает, да. Не знаю, да. Это совершеннейший маразм. Так если у людей, проживающих тут, такие мысли, так что вы хотите от тех, ну вот, вот нам... Спасибо. Спасибо. Нам поэтому интересно знать. Добрый день, говорите. Добрый день. Добрый день. Не знаю, как там, что у них будет со свободой. Всю оппозицию попересажали, кто будет возглавлять эту свободу. Всем дали по 30, по 15 суток. Они даже не могут митинги организовать. Скажите, а нужна им свобода? Ну вот народу, вот выступают эти люди за свободу. Они как бы лидеры протеста. За право свое говорить, а вот то, что они думают. В общем-то народу, самому кому-то народу. Кому-то да, кому-то нет. 50 на 50, наверное. 50 на 50. Ну, хорошо, спасибо, да, это интересно. Спасибо. Да, кстати, надо сказать, что в то время, когда полиция и ОМОН избивали москвичей, некоторыми нашими, значит, радиослушателями, живущими здесь, любимец Владимир Путин спускался в батискафе, да, в Финском проливе. Что он там хотел увидеть, никто не знает, но само ощущение того, что он опустился на дно, это очень интересно. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Алло. Да, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Я не знаю, как этот человек говорит, что легко уволить человека. Я работал в компании, в монтажной организации, и уволил шофера. Он были плохие взаимоотношения, и он его уволил по случаю, что, значит, он как уволил его тогда, когда тот заболел. Тот что-то сломал там руку или что. Короче говоря, он не работал 4 месяца, и потом через суд ему восстановили полностью всю зарплату, которую он потерял. Ну, вопрос, понимаете, вопрос заключается не в том, что уволил, вопрос заключается в том, что хозяин, оказывается, может избить своего работника. И после может этого уволить. Может. Да. Может, ну а если еще, еще может, и... там, найти причину, да. Куда? Нет, но это... если еще компания профсоюзная, то уволить человека очень тяжело. Спасибо. Спасибо. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я кусочек только слушал, но вот этот вот человек, который сказал, что правильно сделали, что никакая свобода не нужна. Вот я сейчас прочитаю 4 строчки нашего замечательного поэта Пушкина. Пожалуйста. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. Вот это как раз для него. Вот такие, как он. Спасибо. Вот эти самые стада, которых надо резать или стричь. Но он, правда, лицемер еще к тому же, потому что он прибежал сюда, а не остался да, там. Да, потому Спасибо. Что, знаете как, люди же на себя не проецируют. Это им кажется, что это где-то там, вот там, пускай кулак, пускай их поставят. Я еще в начале передачи хотел сказать, что порядок, знаете, вот порядок, в России должен быть порядок, о какой свободе разговор. Все должны быть построены, и как в детском саду, ровными рядами в какую-нибудь песочницу и строить песочные замки такие. Вот это в России очень интересно. Ну, Ген, смотри, будем так говорить. Я вот сегодня утром на Facebook, да, спорил с одной женщиной из России. Вот, я ей при этом посоветовал почитать всю русскую классику, включая Салтыкова-Щедрина, который к России, надо отдать должное, и я хочу напомнить тем, кто читает Лока, что Салтыков-Щедрин был чиновником, в России, в царской России, не в советской России. Не думайте, что я не читал Салтыкова-Щедрина.
Вот. Где он очень хорошо описал Россию. То же самое относится и к Гоголю, и к Достоевскому. Достоевский вообще ненавидел русский народ. И вообще считал, что действительно, кстати, русский народ не нуждается в свободе, потому что он не понимает и не знает, что такое свобода. Еще есть был такой писатель Короленко. Я могу вам приводить очень много примеров, тот, кто читает Лока. Вот, поэтому, как говорится, ну, что делать? Свобода такое дело для России, может, и не подходит. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Можно рассказать анекдот? Только очень быстро, потому что нам надо уходить на рекламу. Я стараюсь быстро. Когда начали захватывать Крым, это украинский анекдот. Да. Одна собака собирается уезжать, а вторая у нее спрашивает: «Так куда ты собрался?» «Да вот и в Россию собрался, там косточку дают сахарную бесплатно». «И ты решил ехать?» «Да, я уезжаю». Через 2 недели появился он обратно, говорит: «А что случилось? Что, косточку не дают?» «Да нет, — говорит, — косточку дают, гавкать не дают». Ну, смотря какая собака была. Спасибо. Спасибо. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня удивляет то, что вот мы уже 2.5 года пытаемся понять, было ли вмешательство России на стороне Трампа. Трампа, да. А вот меня удивляет еще то, что вот эти люди, которые защищают сегодня Путина, угу, и как-то стояли весь голос на стороне того, что якобы была связь между Путиным и Трампом. А вместе с тем они защищают наших демократов. Объясните, пожалуйста, почему те, которые защищают у нас в Соединенных Штатах Путина, стоят крепко-накрепко на стороне демократов, и вот это меня очень удивляет. Спасибо. Это, кстати, хороший вопрос. Мы уйдем сейчас на рекламу, а потом мы обязательно ответим. Да. Мы возвращаемся в программу «Политинформания», ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Напоминаем тему нашей сегодняшней передачи «Свобода в России». Нужна ли вообще свобода русскому народу, свобода в России? Митинги, которые прошли 27 июля в Москве, были жесточайшим образом разогнаны. Давайте, пожалуйста, не будем отвлекаться на другие темы, да, и будем говорить по поводу этой темы. То, что задавал молодой человек вопрос по поводу любви к Путину, тех, кто, как говорится, любит сторонники Путина. Демократов. Сторонников демократов. Я скажу свое мнение, что те, кто любят Путина, им вообще до лампочки здесь и демократы, и республиканцы, и это... Им все равно, кто Путина будет кормить, кто будет его привечать и эту власть. Если говорить конкретно, мы сейчас немножко отошли от темы, но я быстро отвечу. Если говорить конкретно о президенте Трампе, многие нападают на него за то, что он пытается кое-как как-то общаться с Путиным и с российской властью. Я не думаю, что он пытается с этой властью общаться и как-то вести какие-то диалоги, потому что мы знаем, как устроена политическая система в Америке. Тут не разбежишься. Но дело в том, что Трамп человек, он вырос в политика из бизнесмена. За вот эти годы он все-таки вырос в политика. И, естественно, у него есть свои взгляды на определенные вопросы. И, наверное, то, что касается чисто каких-то экономических, чисто каких-то стратегических вопросов, то, что касается Сирии и Ирана, он, наверное, с Путиным хотел бы решать. На все, что касается российской власти, я не думаю, что... Он прекрасно понимает, кто такой Путин и что он собой представляет. И он не думает, что он или его... правительство, будем так говорить, команда. Трампа, команда, они пойдут навстречу этому режиму, да. Но это мы отвлеклись, а то, что касается, вот по поводу свободы, Гена. Правы ли были классики российской литературы? Ну, скажем так, все классики... Вот нам даже прочли стихотворение, да? Да, да, все классики... российской литературы, они вообще-то русофобы, наверное, мне так кажется, потому что то, как сегодня это видят, потому что то, что они писали, там очень мало сказано комплиментарного о русском народе. Почитайте любого. Я думаю, что наша аудитория радио
очень культурные, интеллигентные, читали много, хорошо учились в школе, поэтому они увидят, что у Пушкина, что у всех, у Гоголя, Лермонтова. «Прощание, мытая Россия» — это вообще-то они сегодня не хотят даже признавать за Лермонтовым эти строки. Они говорят, что это кто-то из иностранцев написал. Хотя давно, давно известно, что это лермонтовские строчки. Мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Говорите. Да, алло. Да. Вот на не совсем ванной любимой радиостанции «Эхо Москвы» много лет назад, очень много. Как называть? Вот не согласны вы с мнением. На уровне радио и так далее. Придумали. Вот, очень хорошо. «Эхо Москвы» вообще хорошая передача. Хорошая передача. Вот. Мы не поняли вас. Придумали, сказали, знаете как? Информация для людей с ограниченной способностью к информации. Uh-huh. Я это, Эдуард, лично вас и многих или некоторых других ведущих отношусь к этому сословию. Во-первых, не к сословию, у нас сословий нет. Молодец, хорошо, у нас сословий нет. На массы, пока. Да, до свидания. Я вообще ничего не понял с того, что человек там этот сказал, но... Ну, наверное, во-первых, что... я скажу громко, сословий у нас, слава богу, нету. У нас есть сотрудники на радио, есть друзья, есть поклонники. Сословий нету. Учите матчасть. Продолжаем дальше. Да, значит, по поводу свободы. Был такой писатель великий, Салтыков-Щедрин, возвращаясь опять к нему, для тех, кто любит Лока. Еще был такой писатель Даниил Гранин, считается классиком советской литературы. В одном из последних своих интервью, которых он давал на телевидении, передачи «Линия жизни», он привел такой рассказ Салтыкова-Щедрина, где иностранец подъезжает к границе с Россией, тогда были такие, знаете, как подымали, да, шлагбаумы такие, да, и спрашивает у часового: это что за страна такая? На что часовой отвечает: это не страна, это Россия. Это написано у Салтыкова-Щедрина, и об этом говорил Даниил Гранин. Можете критиковать Даниила Гранина, те, кто любит Россию. Ну, продолжая разговор о том, а нужно ли русскому народу свобода, обратите внимание, вот все, что произошло 27 числа, нигде не откликнулось в России никак. То есть не было так называемого флешмоба, чтобы вот вышли во всех других городах. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот вашу передачу, я считаю, что она полезная для меня лично, только в одном смысле. Да. В том смысле, что вот то, что происходит в России, это наши демократы хотят, чтобы у нас было то же самое. Чтобы и убивали, и избивали, и чтобы жили впроголодь, и только бы мечтали, чтобы хотя бы не было войны. Вот это все, это наше будущее, если будут демократы, так сказать, у власти. Теперь я хочу сказать про всех тех, которые вот выступают и не понимают, или понимают совершенно как-то извращенным образом. Как вот, например, последние, и не только последние. Такое впечатление, что они как бы в России бы хотели жить, но только чтобы колбаса была так, как здесь в Америке. Количество чтобы колбасы. Чтобы свободы были те же цены. Самые, и колбаса, чтобы была бы в неограниченном количестве. Да. Эти идиоты ничего не понимают, что все взаимосвязано. И Монтескье им никак не может помочь, потому что, чтобы думать, надо иметь чем думать. Спасибо, спасибо. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Вы не можете отключать тех, которые начинают хамить? Они прямо хамят вам в эфир. Ну зачем? Не нравится? Пусть не слушают. Ну у нас свобода слова, понимаете? Нет, у нас демократическая страна. Что они хамят, просто хамят. Неприятно слушать даже со стороны. Согласен, согласен с вами. Неприятно это выслушивать. Спасибо, согласен. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно сказать слово в защиту русского народа? Пожалуйста, да, пожалуйста, конечно. Конечно. Даже два и вы три понимаете? Слова. Украинский народ гнобили 300 или 400 лет, я не могу сказать, с времен Богдана Хмельницкого и до конца советской власти. Угу. Но не смогли загнобить до конца. Все-таки свободу народ чувствует и борется за нее как только может. А русский народ гнобили намного дольше.
понимаете? Вот начинается Золотой Орды. Угу. И вот, вот это результат, поэтому им не нужна свобода, потому что их, их уже загнобили до того, что им, они уже не сами не знают, что они хотят. Понимаете, классики констатировали результат, то, к чему диагноз, пришло они диагностировали, да? сообщество. А причину-то они не выявляли. Да, причину, да. Причина, кстати, насчет причины можно посмотреть фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Там очень много сказано по поводу причины. Вот, это, кстати, хороший пример для того, чтобы понять, что собой представляет русский народ. Те, кто не видел Андрея Рублев, очень рекомендую на YouTube-канале, можете посмотреть Андрея Рублев. Вы знаете, мне вообще кажется, что это не, ну, как сказать, не вина русского народа, а беда, что им не нужна свобода. Может быть, даже менталитет. Да, да. Спасибо, Варвара. У нас следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не могла удержаться, чтобы не вспомнить одну вещь. Пожалуйста. Я училась в Москве в институте педагогическом, и нам добавили, мы были на филфаке, а нам добавили еще год, и два года учили нас истории, ну, чтобы после войны угу. людям была работа, в школе было мало детей. И вот когда мы учили эту историю, было очень много интересного можно узнать. И я вот помню одну вещь. Мы удивлялись, откуда русский народ образовался. Это слияние стольких разных племен, народностей и из Европы, и из Азии, когда еще пришли баты и татар-монголы, и потом еще и с юга. Короче говоря, это такое слияние разных народностей, что неудивительно, что русский народ непонятно что. А от слияния народностей бывают очень гениальные, умные люди. Я с вами согласен. Так, безусловно, много талантливых и хороших да? людей в России живет. Спасибо. Спасибо. Мы говорите. Вас слушаем, говорите. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам хочу сказать, да, что действительно, если человек звонит вам и говорит гадости, он не достоин того, чтобы вас слушали все. У нас свобода слова, но нету свободы оскорблений и вранья. Я с вами согласен. К великому... Да, поэтому, пожалуйста, да. мы вас просим, отключайтесь. Нам хорошо. Это неприятно. Хорошо, спасибо. Прислушаемся. К великому сожалению, те, кто звонят, многие, они считают, что свобода — это и есть хамство. Мы вас слушаем. Это не к вам относится. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, ваши передачи очень хорошие, классные передачи. И тем людям, которые просто забыли, где они, откуда они пришли, на YouTube есть классная песня, называется «Скажи, председатель». Вот поставьте им послушать, да, вся ностальгия о России уйдет так далеко и так глубоко, что они просто забудут, что это вообще такое есть. Спасибо. 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 Мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я извиняюсь, я да еще нет, пожалуйста, раз как бы пожалуйста. Хотела бы сказать, что дело не в народе, вообще-то говоря, а дело в системе. И вот действительно русский народ всю жизнь жил вот в такой системе, где подавляли и делали из него рабов. Вот он превратился. Но вот смотрите, 50% населения нашей страны тоже рабы. По своему менталитету рабы, раз им обещают, что за 3 копейки бесплатных ты должен всю жизнь быть в рабстве у этой партии, которая загнобит в конечном счете тебя, им наплевать на эту свободу абсолютно. Поэтому вот в чем дело. Спасибо. 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 Я вообще думаю, что очень большое значение имеет менталитет. Менталитет – это то, что формирует любой народ, начиная с далекой, как говорится, истории, да? Угу. Вот. А так как русский народ 3 столетия был под татаро-монголами, да, или монголо-татарами. Ну, был или не был, это сейчас история да. ставит под вопросом. Ну, будем так говорить, то, что мы имеем, те документы, те, как говорится, данные, будем считать так, как оно есть, да, если вот, что-то... Вот смотри, Эдик, давай зададимся вопросом. Стремление у русского народа к свободе всегда было. Очень много было восстаний против тирании. Был 17-й год, который был с идеей свободы. Был 91-й год, который был с идеей, опять же, свободы.
это делали люди прогрессивные, нормальные, и народ с этим соглашался. Вспомни, в 91 год. Все думали, что это повернуть назад нельзя. Но что сегодня происходит? Можно я задам вопрос? Да. В 17 году, вы считаете, это было восстание за свободу или это был захват власти? Ну, Анатолий, я тебе отвечу так. Значит, есть такое выражение очень хорошее, да? Удавшийся переворот называется революцией. Значит, неудавшаяся революция называется переворотом. Или путчем. Путч, или путч, да. Будем так говорить, то, что Владимир Ильич Ленин, значит, говорил, то, о чем говорил, да, это все выглядело очень красиво в плане того, что, ну, лозунги были. Лозунги, свобода, понимаешь? Было ли это что-то завернутое в красивую обертку? Это было завернуто в красивую обертку маленькой партии террористов, понимаешь? Вот. Вот и все, да. То есть это не было за свободу, это был захват власти маленькой партии террористов, но который был обвернут в красивую обертку. Я с тобой полностью согласен, вопрос только заключается в том, что если мы будем углубляться в это время, да, то там очень много вопросов, в принципе, нюансов, да. Не хватит нам времени. Но дело в том, что стремление быть свободными у людей было. Вопрос в том, что это все возвращается на круги своя. То есть человек говорит, мы пришли к свободе. Вот я не помню 17-й год 100 лет назад. Угу. Но я хорошо помню 91-й год. Это было очень красиво, интересно. Появились многие интеллигентные, умные люди. В результате прошло 28 лет. Ну вот, 19 августа будет 28 лет. Для исторического процесса и как бы много, и как бы совершеннолетие. Я бы не сказал, что это много. Ну, смотри, больше 25 лет, это уже 28. Это поколение. Это поколение. Да. И все вернулось на круги своя. Это удивительно. Для меня, я задаюсь таким вопросом часто, почему? Может быть, живут люди, которые еще воспитывались советской властью? Я думаю, что это все, еще раз я возвращаюсь к одному и тому же, это менталитет. Русский народ, русскому народу нужен всегда кто-то, кто будет отвечать за него, за все, что в стране происходит. Он один, единственный и неповторимый. Это был Иван Грозный, это был там, значит, Николай Первый, это были там, это, значит, нужно на кого-то молиться. Может быть, это связано с какой-то точки зрения с религией, да, то, что, значит, православие, там, моменты православия, они диктуют о покорности, да, единоначалие, там, и так далее. Был Иосиф Виссарионович Сталин, все плакали в 53-м году, давка и так далее, да. Потом, значит, Брежнев, такое же, значит, Хрущев. Леонид Ильич и Хрущев. И сейчас вот ВВП, значит. А вот Горбачева не любят, тот, который действительно сказал: ребята, говорите, что хотите, будьте свободными, создавайте свои кооперативы. Давай примем звонок. Да, добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Да, добрый день. Добрый. Я бы хотел два слова по поводу все-таки менталитета. Слушательница высказалась по этому вопросу. Все-таки, наверное, система определяет менталитет людей. Или дело в том, что мы все вот приехавшие с той страны и получившие образование там, прожившие в сознательном возрасте, мы меняем свой менталитет, попав в другую атмосферу, и система, она определяет твой менталитет, твое поведение, отношение к вещам. А кто создает систему? Я просто хочу сказать, что мне кажется, в Соединенных Штатах Конституция – это то, что определяет поведение людей. Это основа всего, и поэтому те, кто пытаются ее поменять, эту конституцию, внести в нее те поправки, которые ее извратят, как наши либералы, прогрессивные друзья, вот это может поменять все и извратить, и поменять и менталитет людей. Но система, она гарант того, что в виде конституции, гарант того, что у людей остаются права, свободы, и, соответственно, они себя ведут. В России это совсем другая
история, поэтому, наверное, нет смысла ни сравнивать, ни обсуждать это, потому что там система, конституция, они, в принципе, не гарантируют ничего. Вы знаете, у меня, я вам скажу такую вещь по поводу менталитета. Слушая некоторых наших радиослушателей, я не думаю, что у них менталитет за 25 лет или за 30 лет, а то и за 40 лет поменялся как-то. Понимаете, менталитет у кого-то может поменялся, может, ребенка привезли там в 7 лет, в 6 лет, да. Но когда человек сюда приехал после 50, там после 60, тут я очень сомневаюсь, слушая наших радиослушателей. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы понимаете, нельзя строить новое государство со старыми людьми. Недаром же Моисей водил евреев по пустыне более 40 лет. Так вот... И когда строили после революции, то они просто ускорили процесс. Когда Сталин стал 37-м, 38-м, и до этого просто убрал все старое, с новыми как бы людьми он построил новое государство. Вот с новым менталитетом все по-новому. Поэтому получилось. А то, что сейчас происходит, просто люди, которые, наверное, еще помнят, что было при Советском Союзе, когда пачка сигарет стоила 14 копеек, и буханка хлеба там 13 копеек. Поэтому с ними тоже нельзя строить новое государство. Вот поэтому так все и получается. Спасибо. Спасибо. Знаете как, я хотел бы сказать, что российская конституция гарантирует все свободы современного человека. Она современная конституция, но это все псевдоконституция. То есть декларируется одно, а на деле происходит другое. Написано, что вы можете выходить и выражать свое мнение, протестовать и так далее. На деле против вас выставляют 200 здоровых бугаев, которые вас бьют дубинками, и которым все равно, есть это в Конституции или нету этого в Конституции. Вот это проблема несоответствия того, что декларируется, и то, что происходит на самом деле. У нас есть звонки? Нету пока. А, есть, да? Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Да. Когда вы говорите о каких-то свободах, вы допускаете из внимания, что в 99-м году произошел переворот. Хунта пришла к власти. Убрали законно избранного действия президента, очевидно, ухажали, снизили его, и поэтому убрали его и пришла к хунта. И вот это результат хунты, поэтому требует каких-то свобод, они делают то, что они делают. Спасибо. Будем так говорить, что в принципе, я думаю, что до какого-то определенного момента в России сама демократия пробовала себя сделать, да, определенного момента. Я думаю, что вот этот кризис, который в России на сегодняшний день происходит, а он происходит уже очень много лет, наступил в 2012 году, когда два человека решили просто-навсего, надо отдать должное, юридически не подкопаешься, два человека, Владимир Путин и его марионетка Медведев, решили поменяться местами. Это было уже заранее подготовлено еще в 2008 году, но в 2012 году это был такой всероссийский обман, который русский народ принял. Хотел бы, знаешь, Адик, еще сказать, что к демократии и к свободе в России относятся насмешливо. Вот можете посмотреть любые ток-шоу, как только разговор идет о свободе и демократии, все начинают смеяться над этим, желчно к этому относиться. То, к чему в США относится священно. К свободе в США и Конституции относится священно. Кто-то хочет нарушать, ему это не дадут. Здесь все институты устроены так, что нарушить это невозможно. А вот в России можно посмеяться над Конституцией, можно что-то изменить, можно что-то подкорректировать. Народ это примет, кто-то не примет, маленькие маргиналы, мы на них даже не посмотрим. Буквально вот вчера я смотрел передачу, где у одного депутата спросили, хотел ли бы он, чтобы отменили, депутатскую неприкосновенность. Он посмотрел сумасшедшими глазами и говорит, как это, чтобы меня какой-то гаишник
остановил и о чем-то мне говорил, показывал мне мои права, мне, думцу, такого быть не может. Ну, будем резюмировать. Да, да, Ген, пожалуйста, начинай. Хотел бы сказать, что, наверное, русский народ, как любой народ, заслуживает свободы, но, к сожалению, несоответствие декларируемых идей и того, что есть на самом деле, приводит к тому, что пока этого нету, и, наверное, мне кажется, что не скоро будет. А тем, кто интересуется тем, что происходит в России сегодня, очень хочу порекомендовать книгу журналиста и писателя Михаила Зыгоря. Называется «Империя должна умереть». Вы можете ее почитать онлайн, вы можете ее, ну, заказать или где-то. А книга о том, как рухнула Российская империя там в 1917 году. Аналогии с современностью идентичны. Один к одному. Те, кто прочитает эту книгу, они все сразу сами поймут и увидят. Ничего в России не меняется на протяжении очень-очень многих лет, к сожалению. Всего вам всего самого наилучшего. Всем спасибо за участие в передаче.